Приветствую. С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы поговорим про сомнения. Не про обычные сомнения, а про те сомнения, которые никак не удается успокоить. Как быть в таком случае? Дело в том, что существует обычный, привычный ответ на это. Чтобы ответить на мои сомнения, мне нужно больше информации. Вот человек начинает собирать информацию, но с каждым новым витком сбора информации, с каждым новым ответом, появляется следующий вопрос, следующий. И чем больше человек находит дополнительную информацию, отвечает на какие-то вопросы, тем больше новых вопросов появляется. Это бесконечный поиск, который никак не закончится. Вот для того, чтобы закончить эту ситуацию, нужно понимать, что если у меня такая ситуация, то как будто бы внутри есть этот источник вопросов, который все время будет генерировать, создавать новые и новые вопросы. И любой ответ на этот вопрос подпитывает этот источник. То есть, как только я отвечаю на вопрос, возникает очередной вопрос. Отвечаю на вопрос, возникает очередной вопрос или даже несколько. Поэтому правильная тактика здесь – это не отвечать на вопросы, на любые вопросы. Как только появляются вопросы, вы говорите про себя, что «Окей, я знаю, это опять мой источник выдает эти вопросы, но я не буду отвечать на любые вопросы». «Как так? Ты должен отвечать?» Почему ты не отвечаешь? На этот вопрос я тоже не буду отвечать. Да кто тебе сказал, что это верно? На этот вопрос я тоже не буду отвечать. То есть, какие бы вопросы ни приходили, когда вы не даете на них ответа, вы не подпитываете этот источник. Тогда он начинает потихонечку иссякать. Но как только вы даете ответ, сомнения множатся, потому что каждый новый ответ – это новый вопрос или несколько. Поэтому еще раз, правильный ответ. Правильный ответ в этой ситуации какой? Когда есть вопросы, мы не даем ответа и говорим себе, что «Окей, я просто не буду отвечать на этот вопрос, и на этот». Тогда сомнение заканчивается. Вот так.